Привет! Мы, как всегда, путешествуем. Сегодня мы на юге Франции. Идем на море купаться. Городок называется Сьют, недалеко от Марселя. Километров 30 до Марселя, но в Марсель почему-то мне не советовал никто ехать. Потому что там как-то криминально отдыхать вот так вот с диким нахватом. Вот. Не знаю, как вам слышно, не слышно, но просто рой цикад на деревьях просто оглушает. Просто невозможно. Гул стоит такой нереальный. Вот. Иду на пляж на городской, посмотрим, как отдыхают простые французы. Ну, это не только французы, может, еще кого-нибудь встретим. Вот, ну, дальше больше. 10 утра, уже нереальная жара, около 30 градусов. Невозможно, надо двигаться к морю. С собой небольшой запас в рюкзачке. Еда, вода. Больше ничего, в принципе, не надо. Полотенчик. Поверните направо. О, поворачиваю направо. Так, идем искать городской пляж. Нравятся мне их заборчики каменные. Все так аккуратненько, красиво. Просто можно понаслаждаться красотой природы. Конечно, преобладают елки. Елки да иголки. Не знаю почему. Но как-то так. Вчера, приехав, сразу побежал на пляж, но не посмотрел. Не посмотрел, что за пляж и что там. Просто получилось голые камни. Но я все же искупался, поранился, правда. Сейчас пойду мочить булки. Немного ноги позбивал, потому что не взял шлепки, босиком заходить начал. Вот, немного покоцался, поэтому сегодня ищу, точнее уже нашел на Google карте нормальный пляжик и направляю налево туда. Чувствуете? Что-то в воздухе такое. Кажется, пахнет какой-то халявой. Надеюсь, меня не застрелят, если я оторву себе немножко персиков с дерева. Надеюсь, мне плохо не станет от них. Ой, жадность меня погубит. Надеюсь, вкусные. Да, они уже переспели. Просто как что-то сладкое, но не такое сочное. В общем, есть можно. Спасибо французам. Какие красивые виноградники, ухоженные, крепенькие делают
Вино, скорее всего, где-то тут. Может, сами делают, а может, куда-то сдают этот виноград. Но виноградников дофига. Вот. Еще рановато, наверное. Но зеленые грозди уже висят. Через месяцок-другой, я думаю, можно будет сюда ехать за виноградом. Лодочка плывет. Красота, конечно, нереальная. Тоже накупался на одном пляже, иду на поиски другого, либо красивых мест каких-нибудь, чтобы вам показать. Ну вот, иду дальше навстречу приключениям, ищу еще какие-нибудь пляжи. На двух мы уже побывали, здесь есть еще один побольше. Хочу сходить туда. Говорят, там тоже очень круто. Есть такие развлекухи. Обязательно. На второй. Хорошо. Сейчас найдем. Недалеко осталось идти. Вот. Монстр алоэ. Монстр алоэ. Очень печально, поломалась селфи-палка, что делать не знаю, телефон не держится, как снимать видосы, ужас какой, надо покупать новую.
Ничего интересного. Я здесь не увижу. Походу. Куча машин. Ну, если только так пополнить. Сейчас монстровой меня преследует. Курортные магазинчики. Барчики, ресторанчики. В общем, очень все дорого. Весьма. Лучше из таких мест выходить поближе. Поглубже в город, точнее, подальше от моря. И все, что нужно покупать. Потому как простецкая бутылочка воды стоит 2,5 евро. Ну вот, городской пляж. Все занято. Что-то надоело уже ходить. Единственное, то, что пришел на городской пляж, это из-за наличия душиков с пресной водой. Сейчас искупаюсь, помоюсь и пойду домой. То, что мне понравилось, это вот это место. Ну и горы, конечно. Море и горы. Что еще надо? Накупался, назагорался. Опять, наверное, буду неделю страдать. Красный.
скорее всего, так оно и будет. Вот, уставший, иду домой, очень хочется кушать, покушаю, ну и в принципе все. Эти выходные будут закончены, поеду до дома. Вот.